В Витебске подвели итоги областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений МЧС. В числе тех, кого отметили, оказались и представители Новополоцка. Телеканал «Звезда» взял награду в номинации «За оперативность и объективность», газета «Новополоцк сегодня» в номинации «Пропаганда знаний». Детская библиотека имени Маршака запустила интересный проект. Каждый вторник и четверг июля в учреждении культуры проходит открытый просмотр мультфильмов и фильмов. Афиша заранее размещается ВКонтакте. Вход на показы бесплатный, начало сеансов в 15 часов. Молодежь предприятия «Нафтан» организует семейный вечер настольных игр. До 13 июля идет регистрация игроков и команд в группе ВКонтакте. Сама встреча пройдет на базе Заводского дворца культуры 14 июля. В программе более 10 настолок, а также конкурсы с призами. Начнется встреча в 18 часов. На Полском комбинате хлебопродуктов встречали первую машину с зерном нового урожая. Почти 9 тонн озимого ячменя доставили из сельхозпредприятия «Захарничи». Оно первое дало старт заготовительной кампании. По традиции первый урожай встречали с хлебным караваем.